выражение признательности за ту работу, которую вы уже проделали. И мне хочется пожелать, чтобы ваши планы реализовались, чтобы те люди с ограниченными возможностями, которые живут в нашем городе, поверили в себя, нашли возможные варианты своего трудоустройства, могли социально реабилитироваться, могли получать дополнительные доходы и почувствовали себя полноценными гражданами. И я уверен, что общими усилиями мы это сделаем. Спасибо вам большое за работу, успехов вам, благополучия и всего самого доброго. Спасибо большое.